изменение климата стало нашим нехорошим обращением с окружающей средой, поэтому необходимо соблюдать чистоту, о чем мы призываем наших жителей. Пожалуйста, сохраняйте, убирайте. И есть машины, которые вывозят все. Сейчас уже даже будет раздельный сбор в ближайшее время. Поэтому все это нужно будет соблюдать, чтобы порядок был вокруг нашего села. Мы вышли на очередной субботник. И очень просим жителей всех, смотрите, сколько мусора здесь. Каждый раз убираем, но все равно это не доходит до наших людей. Все-таки это экология. Это все мы дышим вот этой вот, вот этим вот мусором. Просим вас. И главное, никто из жителей, кто это выбрасывает, никто не выходит на уборку. Все время, каждый год убираем, собираем, и каждый раз одно и то же. Сегодня мы снова собрались с коллективами и вышли на уборку нашей знакомой территории, овраг, который находится на черте села от Советская до Ореховая. Что можно сказать по этому году, по мусору? Да, можно даже поблагодарить население, которое находится, живет здесь, сказать, что мусора стало чуть поменьше, чем в прошлые годы. Все-таки радует тот факт, что мы не зря работали, результат виден. Но есть участки, например, вот на уровне Мичурина, где ров крутой, куда мы спуститься не можем. Просто возможности нет вот по этому крутому рову туда спуститься. Там есть свежий мусор. Мусор в мешках, тазики. Все то, что не разлагается годами. Это все мы даже туда спуститься не можем. Вынести не сможем это, убрать не сможем. Остается только надеяться на осознание нашего населения, на то, что прекратится вот этот вот беспредел, которые мы наблюдаем сегодня. Я обращаюсь всем жителям села, на все село, все, где, кто живет в оврагу, где-нибудь. Очень большая просьба не выбрасывать, собирать мусора. Приморье всегда дает услуги и собирают везде мусор. Я обращаюсь всем, еще раз обращаюсь. Это для нас. Вот здесь красота хорошая. Вот мы уже чуть-чуть. Здесь уже так обновили нормально, что не выбрасывает уже. Все равно есть такие, выходят такие люди. Опять в этом году бюджетную сферу собрали на уборку леса, речки, которой мы совсем не дорожим. Здесь сегодня работники ДК, работники примарии, работники ДЮСШ, все организованно вышли. Каждый год мы это делаем. Действительно, сегодня в этом году получше, но хотелось бы, чтобы было еще лучше. Потому что нам тоже очень тяжело. Ноги мокрые, руки мокрые, речка грязная, бутылки, мусор бытовой. И призываю жителей, которые живут на окраине речки, чтобы свой мусор не выбрасывали со склона горы. Давайте будем поддерживать чистоту для своих детей, для всех. Природа – это золото. И будьте чуть-чуть благоразумные, чтобы вот это вот все не загрязнять, чтобы и нам было легче, и чтобы барашки ходят, овцы пасутся, чтобы чистенькая трава была и водичка была чистая. По сравнению с прошлым годом, чуть лучше, потому что в прошлом году мы здесь тоже собирали, начиная с мельницы, начиная и до водокачки. В этом году лучше. И если, может быть, и народ тоже уже люди понимают, что если каждый не выбрасывает, то и убирать нечего будет. Ну, как говорят, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Поэтому
от коллектива ДЮСШ призываю всех, хотя бы берегите вокруг дома у себя, не выбрасывайте. И тогда они будут грязные, и себе приятно будет. Чтобы была экология во всем мире. Убирайте мусор. Ведь мы загрязняем нашу планету тем, что выкидываем мусор куда попало. Мы должны убирать мусор, чистить воду, бороться с болезнями. Мы пришли на природу, чтобы убрать ее от всяких загрязнений и чтобы речки, озера и так далее были чисты. Молдова сама по себе большая страна, и она славится тем, что в ней много виноградов и так далее. Но чтобы они росли, мы должны убирать мусор и очищать все от грязи. Еще я бы хотела добавить то, что от мусора есть много, идут много заболеваний и так далее. Мне важно было как-то, надо собрать мусор, чтобы беречь природу, чтобы природа была красивой и чтобы мы ее уважали. Если мы не будем уважать природу, она не будет нас уважать. Я решил принять участие в этой акции, чтобы наша природа стала чище, красивее, чтобы мы когда жили, чтобы мы приходили куда-то отдыхать или там, например, едем откуда, или нам какие-то из других стран приедут люди, и мы хотим, например, показать наши поля, наши там деревья, какие у нас растут, и нашу природу, и если мы вот покажем им то, что наша природа настоящая, она чистая и такая, чтобы не было нам как-то стыдно. Наша природа красивая, но мы очень делаем плохо, то, что ее загрязняем и ходим там, по дороге проходим, выпили там воду, выбросили бутылку, и это очень плохо для нас. Вот здесь недалеко есть лагерь, который приезжают сюда дети, отдыхают в этом лагере. И мы хотим, чтобы когда они сюда приезжали, чтобы они видели, что здесь везде чистота, вот это все. Есть люди, которые сажают деревья здесь, чтобы они, ну, природа, чтобы была свежая. Вот мы сейчас собираем везде мусор. И всех я призываю, чтобы все смотрели за чистотой, потому что это очень важно. Мы сегодня вышли с классом собирать мусор, собирать пластик и бумаги, потому что люди, которые тут отдыхают, после себя этого не делают. Если бы все в нашем селе, которые сюда приезжают, убирали за собой, мы бы сейчас были бы дома. Важно убирать мусор, потому что из-за деревьев к нам приходит чистый воздух. А если будет рядом с деревьями грязно, то тогда и воздух будет нечистым.